Друзья, всем привет! Меня зовут Елена Михайлова. Я являюсь одним из руководителей Центра интеллектуального развития «Дети Village». И сегодня я хотела бы вам показать наш центр, открыть двери, да, потому что у нас 7 числа состоится официальное открытие, и поэтому вы будете первые, кто увидит, что у нас там происходит. Пройдемте сейчас в наши кабинеты, и вы вспомните то видео, когда у нас в кабинетах ничего не было, были голые стены, и сейчас все поменялось. Мы попадаем с вами в первую аудиторию. Здесь у нас проходят занятия для взрослых и подростков, соответственно, и мебель такая же, да, по возрасту. Обратите внимание на мебель, она у нас такая треугольничками. С такой мебелью можно детям работать в разных группах, то есть мы можем, например, объединить в круг, либо мы можем по 3 человека посадить, то есть разные формы работы. Здесь стол учителя. Все необходимое для работы, для того, чтобы люди обучались, получали качественное образование, здесь имеется. Ну и бонус такой, это то, что наши яркие, светлые, просторные аудитории. Пройдемте в аудиторию номер 2. Здесь у нас будут проходить занятия по подготовке к школе. Вот обратите внимание на столы, на стульчики. Это как раз дети 6-7 лет, которые собираются пойти в школу. Соответственно, и парты у нас такого размера, которые подходят под возраст ребят. Материалы, которые использовались при изготовлении шкафов, вот детской мебели, они все гипоаллергенные. Даже здесь используется вот такое пробковое покрытие, которое не вызывает аллергии у ребят, потому что в наше время это очень актуально. Каждый второй ребенок практически с аллергией. Есть ли интеллектуальная доска? Обязательно дети младших классов и дошкольники, они пользуются, учатся пользоваться этой доской, потому что она очень удобна в образовании, очень полезна. И вот этот интерактив, который создается на уроке благодаря ей, он, конечно, вносит определенное разнообразие в урок. Опять же, очень много места, воздуха, света. Мы ждем с нетерпением, когда за этими партами сядут ребятишки и будут получать знания. Я теперь предлагаю пройти нам в следующую аудиторию. Единственное, что там проходит занятие. Сейчас послушаю. Да, там проходит занятие, поэтому потихоньку. Здесь у нас идет урок английского языка. Поэтому мы так потихонечку пройдем, познакомимся немного с процессом. Преподаватель, наши ученики, студенты, проходят английский, общение на английском языке, если слышите. Вот такая просторная аудитория с проектором, с мебелью эргономичной, по возрасту специально для детей подобрана. Будут обучаться отдельно. В нашем центре предусмотрено пребывание детей с 8 до 13.00 на базе полупансиона. Вот в таких замечательных детских группах будут проходить занятия для групп кратковременного пребывания. Посмотрите, какая у нас очень красивая авторская мебель, яркие столы, которые можно перемещать в различные формы, как индивидуально, полукругом, в виде круга. Значит, также здесь имеется у нас зона для парных индивидуальных игр, зона для учителя. Также классы все у нас оборудованы проекторами, настенными экранами. И также обращаем внимание на систему ДЗАР, которая имеется в каждом детском кабинете, которая очищает воздух от различных бактерий и микробов. Здесь находится у нас наше второе детское пространство. Обратите внимание, какая у нас очень яркая тематическая мебель. Здесь, в этих помещениях, будут проходить, как я уже сказала, занятия развивающие, занятия английским языком для маленьких детей, а также программы детского полупансиона, утреннего и вечернего. Чили-были, зайчик, лев и бабу.
Здесь будет зона ожидания, вернее, не будет, а уже есть зона ожидания для родителей, которые приводят маленьких детей к нам на занятия. Вот, здесь посмотрите, пожалуйста, очень у нас интересный получился гардероб. Смотрите, пожалуйста, это шкафчики, раздевалка детская. Шкафчик предусмотрен на двоих детишек, вверху и внизу. Вот, также у нас имеется детская душевая. Детский туалет, обратите внимание, пожалуйста, на него. Такой очень яркий, веселенький туалет. Друзья, мы сейчас провели вам экскурсию по нашему центру. Я надеюсь, вам это очень понравилось. И теперь хотели бы пригласить вас на открытие, которое состоится 7 сентября в 11 утра по адресу: улица Давыдовская, дом 24, отдельный вход, жилой комплекс Парковый, чтобы вы не потерялись. Будет очень много гостей, будет очень много знакомых, друзей. Вы сможете пообщаться с нашими педагогами, вы сможете познакомиться с нашими учебными материалами, получить всю информацию, необходимую для заключения договора. Поэтому мы вас ждем. Обязательно берите своих детишек с собой, потому что в рамках нашего открытия предусмотрена анимационная развлекательная программа с конкурсами, развлечениями и обязательно сладкий стол и бокальчик сладкого чая для всех родителей.